Общественная палата Российской Федерации снова выдвинула на обсуждение законопроект о продаже алкоголя лицам младше 21 года. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, инициативу поддержали 72% опрошенных. Депутаты Государственной Думы законопроект поддержали. Пока за поддержку закона выступает всего 7 регионов России. Мнения депутатов разделились. Сергей Калашников, глава Комитета Госдумы по охране здоровья, законопроект считает издевательством. Инициатива, по его мнению, является неудачной. Удачной и неуместной в Российской Федерации калькой с американского законодательства. Руководитель отдела по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин считает, что, цитата, «если посмотреть по отдельным категориям опрошенных, мы увидим, что предложение поддерживают респонденты всех возрастов, в том числе и молодежь 18-24 лет. Это как раз та аудитория, которую может коснуться ужесточения закона». Конец цитаты. А какое мнение бытует среди анапчан, узнавала наша съемочная группа. Меньше алкоголиков будет у нас в стране, здоровых людей будет больше. Отлично. Наша страна будет меньше пить. Потому что молодежь пьет много и лазит, везде мусорят, беспределят. Надо, чтобы с 21 года продавали. Нормально, правильно. Почему? Спивается молодежь. Оно, по-моему, раньше было так. Насколько я знаю. Я предпочитаю вообще алкогольную продукцию не покупать, так как это, по-моему, просто расточительство.